К сожалению, мы так и не нашли розетку, пока по лестнице наверх зашли. Батарея разрядилась. Но у нас, как мы уже сказали, есть подстраховочка. Возвращаемся мы на футбольный поединок. Счет 25-44. Так потихоньку БРЖ-то отыгрывается. Лидирует Олимп уже всего 19 очков. Третья четверть у нас идет, и всего 2 минуты остается, то есть уже концовка матча, нужно БРЖ собраться, труд не такой критичный, и сделать суперсейф молодежи, поболеем за них. Вот, да, только поболели сразу 8 номер, и Игорь Юлдашов, я отличился. Сейчас 5 номер, Бар. Вов, Евгений отдает ассистирующую передачу, отключился его коллега. Это же не трешка была, да? Не. А? Двоечка была, да, посмотрите там. Это Роман в черном, а это у нас... Это у нас... Вообще на меня плохая у меня память, как-то не выпадает при первом знакомстве. Потом уже как-то они так западают уже со временем. В мемори. Антон. Роман. Роман и Антон же, да? Роман и Антон? Ваня. Ваня, все забываю. Рома запомнил уже, потому что Рома постоянно нам подсказывает. Роман Иван, точно. Вот. Уже стих даже придумал. Роман Иван. И будет к вам. Баскетбольный. Ну, они баскетболисты, играют за команду, почему бы не организовать потом свой баскетбольный клуб. Роман Иван и будет к вам. Последняя минута уже скоро начнется. Третья четверть, 27-48. Пополам 2-2. Хотел сердечко показать. Восьмерочка. Берджи. Взять не удалось. Трехочковый бросок. Мимо полетел. Похоже, гол забили. Да, гол забили. Оптимум. Из Пауральской сердечко показали. Молодцы ребята. Не забыли вот эту небольшую просьбу, установку на игру. И там у нас сердечки идут. И слева, и справа, и сзади, и спереди. Все в порядке. Все посвящено у нас сегодня, конечно же, 14 февраля. Дню Святого Валентина. 14 очков. Мог бы набрали игрок, если бы это был другой вид спорта. Но это у нас баскетбол всего лишь одно. Конечно, всему коллективу. Своему коллективу играет Березовска. А вот это 3 очка, сердечко, где сердечко? Сердечко где? 55 номера. Похоже, не было сейчас. Сердечко сейчас мы вам покажем. Так, вот здесь может будет? Ну-ка, здесь будет. Сердечко, сердечко тоже нету. Сейчас мы 2 сердца покажем. Вообще легко. Вот первое от 55 номера и второе, по-моему, от 8. Вот второе от 8. Возвращаемся в баскетбол. Ну, увлечены игрой. Баскетболисты, спортсмены, может понять. Забывают иногда, вылетают у них с памяти. А мы им напоминаем. 31-51. 3-3. 3 тройки. Если считать еще и секунды, и счет. 5 троек. 3 единицы, 1 пятерка. Тем не менее, девяточка у нас отличился из команды Олимпа. Это у нас Денис Кириллов. Потом уже успехом не увенчалась в атаке BRG. А как это вообще расшифровывается, интересно? Ребята, знаете, как BRG расшифровывается? Не задумывались, да, еще? Сейчас мы что-нибудь придумаем. BRG. Ну, B это по-любому баскетбол. R. Рокетс, ракеты и G. Genius, гениальные ракеты. Баскетбольно гениальные ракеты. Вот так вот BRG и расшифровываться. По нашей догадке, может, у кого-то будет своя версия. Присылайте свои версии, мы вручим приз тому, у кого она окажется
кажется, еще красивее, чем наша. Да, у нас снова очередной перерыв. Переключился на футбол вдруг, и там сердечко запишем. Там еще 2-5 уже авто. В три очка лидирует. Фантастика. Ну, авто очень мощная команда. Играет чисто своими воспитанниками. Молодежью. Как нам сказал тренер, за идею, за волю к победе, а не за деньги. И достигают таких хороших результатов. И желаем, конечно, в будущем вырасти уже профессиональных спортсменов. Все данные для них. И условия в Качканаре есть, созданы. Новую там построили арену мини-футбольную, чисто Олимп. Удалось в прошлом году там побывать 14 ноября. И своими глазами все увидишь, что там просто все шикарно, все красиво, все отлично. В секундомерах. То есть еще игры-то очень много. Есть еще шанс у Первоярска Оптима сделать камбэк. Для этого нужно не забывать 3 мяча. Голкипер какой-то команды, 35 номер пробежал. Фиолетовый форме. У вратарей номера 22. У Качканара. И не разведеть. Ой, у нас куда-то баскетбол. Ужасно. Возвращаемся мы на нашу арену. 3 очка. Вот и сердечко наконец-то долгожданное. А второго номера показывал сердечко, продолжает. Следующее взятие кольца не запечатлили. Ну, сердечко важнее. У нас все-таки такая неофициальная трансляция, посвященная празднику. Тут можно даже и где-то что-то пропустить, где-то кого-то имена и не озвучить. Это так же принципиально. Как у нас, вот думают серьезно наш судейский корпус. Открой за столиком, серьезно. На площадке ребята веселые у нас. Так, 33-57. Олимп. Ну, пока что увеличил преимущество по результатам третьей четверти. И выиграет уже в 24 очка. Все, не можем вспомнить, как же фамилия вот у Александры, дочки вот судьи, которого мы узнали, второго Соболя, точнее, не болельщица уже, а судья, со столиком. Ну, напомню, седьмая Александра, вот фамилия вообще вылетела из головы. Бывает же такое, хотя вот недавно только обзор этой встречи мы делали. Второй Соболь победил тогда Алтайский край. Ну, всего так, 5 очков, очень интересная игра, получилась завершающая в Ю-17. Там Соболев так занял 4 место, Алтай 6. Ну, очень помню, вот, последняя встреча, конечно, запомнилась борьбой, напряжением. Там 2 очка был разрыв в конце, и только вот последний бросок Кристины Шубаева на последней секунде. Трешка поставила на нет возможность вот, одержать победу Алтайского края. Ну, сама команда вообще на них, конечно, понравилась. Отличнейшая такая веселая дружба. При зрителе симпатии мы одолим. Ну и поздравили с днем рождения. А мы хотим в ответ вас противостояние поздравить нашего тренера Елизавету Юрьевну Петелину с праздником. Вчера у нее был Happy Birthday. Желаем всего самого хорошего, доброго. Где сердечко? Сердечко нету, что ли? Похоже, нету 27 номера. Сейчас мы покажем место него. Раньше на него и наехать, попал. Да, вот он, 27-й, молодец. Тридцатый номер. С мячом. Уже от соперника, Богданович. Закручивает вертушку, бросок состоялся, а мимо там прям судью мяч полетел, мог даже мини-футбольные ворота залететь. И гол бы Олимпу тут состоялся. Еще бы стало уже у нас там не 2-5, а 3-5. Замена. Спрашивает, можно ли 12 номер? Конечно, можно. Почему нет? 27-й снова забивает
пошла у него игра. Это у нас. Это у нас Данил Фоминых. Получаем обычно приз лучшему игроку после матча, а потом обычно бегу. Мы вам что-нибудь за помощь тоже дадим. Возвращаемся на трансляцию. Еще раз благодарим, конечно же, нашего ассистента. И до конца матча остается всего 5 минут. 43-64. 21 очко лидирует Олимп. И нужно прям какую-то сенсацию сделать в BRG Blazers, чтобы такое преимущество отыграть. Тайм-аут тем временем берет баскетбольный клуб
из Богдановича. Ну, да, все-таки ребята топы-то, нужна передышка, уже силы на исходе. Динамично очень проводит матч, такое преимущество у них, так что нужно передохнуть. А мы тем временем, конечно же, переключимся на футбол, пока пауза. Там уже счет 2-5, авто забивает еще один мяч. Пускай мы тут пока бегали за конфетами Степу. Вот тут нам в день мамы, не в день мамы, просто мама поздравила с днем рождения. На прошлых наших трансляциях показалось сердечко, интервью дал. Это как казалось, он еще в той памяти участвовал. Я так и понял, что лицо где-то его видел, там нас забивал. Так что инструмент, конечно же, хотим тоже ему с ним встретиться, руку пожарит. Может, она сегодня тоже что-нибудь наговорит после матча. Удар есть, гола нет. Защита справилась, голкипер борется, вот сейчас... Нет, тут так и не будет. Возвращаемся на баскетбол, там уже кто-то одно очко заработал. Да, отличился дважды 32 номер. Счет делает 45-64. Да, Камышов, похоже, уже готов выйти на площадку. Степы не видно. Я забыл его номер, фамилию. Но на лице такое, что Степа сразу же узнаю. И пожму его руку. Бросок с дальней дистанции, тречка нет. Четыре минуты ровно до окончания матча. Вот тут еще баннер КС Баскет, всероссийские школьные соревнования, мы одна команда. Такой в черно-белых тонах. Баскетбольная лига любительская, межрегиональная. Вот да, Сара Соболь под ее эгидой играл, мы помним сердечко это. Это было в сезоне, да, только вот начали там трансляцию проводить, 19-20, да. А потом Сара Соболь перешел уже под эгидой РФБ действовать. Межрегиональное соревнование. И отметил, что в этом месяце очень удачно сыграл с командой Сургута. Взял реванш за поражение на выезде. Ну, основная мужская команда взяла, юноши проиграли. Вторая молодежка у них не приехала, но, видимо, с ограничениями это связано. Следующие игры, надеемся, пройдут уже в матке. Приглашаем всех на наши трансляции. Они проходят на спортивном портале номер один. В Нижнем Тагиле, можно сказать, уже в Словской области, Спартак 1. Привет, конечно же, Владимиру Ивановичу Маркевичу. И репортаж сегодняшний, такой неофициальный, мы, конечно же, туда тоже разместим. Так как баскетболисты уже заинтересовались, просили, где посмотреть эту игру. Мы сказали, ну, Спартак, один, заходите, смотрите. Тогда мы все разместим. Бросок с дальней дистанции, мимо. Надо на место речка показать, но пока что не вышло. Это у нас Дубенщиков Максим. А в атаке с мячом Шевченко Марк. Классная комбинация. Отличнейшая передача 18-го Андрей Чигринцев. Ложит двушку. 45-66. 2.5 минуты до завершения этого интереснейшего поединка. Ну, это наша трансляция приурочена, конечно, 14 февраля. Праздник у всех любимых, который будет уже завтра. Ух ты! Вот это, да, трешка. Трешка есть, сердечко нет. Подменим сейчас коллегу. Покажем. Да, вот все было классно забито. Сердечко у нас. Баскет, Рокет, Дженниус в атаке. Дженниус, если даже, наверное, гений. Очень много все-таки ребят, не один. Ух ты, восьмерочка, это трешка. Трешка есть, сердечко опять нету, снова придется нам
прерывать трансляцию, но мы это легко очень сделаем. Она у нас не считает. По фолам 1-5, вот олимпийцы это что-то такими грубыми оказались в концовочке. 5 фолов уже набрали, и каждое последующее нарушение права будет караться сразу же пробитием штрафных бросков. Отличный выстрел мимо. Наконец-то последняя минута у нас уже пошла. Молодцы, PLG Basket собрались всего 15 очков, их соперник лидирует. Может, камбэчик супер такой сделать за минуту, а чем нет? 3-2, в один атака, да, подустали уже олимпийцы, все-таки не более опытные, забивают 20 номер. Это у нас. Калашов Илья отличился, которого тренер призывал брать со своей руки и забивать. Вот Илья и в концовочке двушечка Афона. Секунд. 53-66. Разрыв всего 13 очков. Ну, супер комбак мы увидим. 8 номер. Можно сказать, все похоронил. Все интригу убил. Если бы он забил, тогда обычно была возможность. Сейчас уже времени. Ну нет, просто времени физически что-то сдвинуть, что-то исправить. Ну, все нормально. Если не сдался, доиграл до конца. Игорь Юлдашов. 2 очка забил. 55-66, на таких красивых целых, наверное, команды и матчи завершат. 2 пятерки, 2 шестерки, по фолам 1-5, а выигрывает Олимп. Ну, все, Олимпиада идет, почему Олимп должен сегодня проигрывать. И тут выигрывает, и тут выигрывает. Везде чемпионы. Молодцы, ребята, всех поздравляем еще раз с праздником и завершаем нашу трансляцию. Смотрите баскетбол, вторую лигу, чемпионат области. Приезжайте в лидер, очень хорошо, комфортно. Всем до свидания и удачи. Вот наша студия. Спасибо за игру. Так, кто у нас победил? Победил нас же Богданович, нужно вручить ему суперприз. У нас по традиции всегда мы игроку лучшему вручаем приз, кто это будет сегодня в нашем составе. Стал победителем. Да, я лучше. Да, с тренером, фотом на память. Давайте вас фотографируем. Он забил. А с тренером? Я тренер. Ну, давайте с вас фоткаем. Где? Пойдемте в центр. Ага. Это что, посвящено? У вас признали лучшим игроком приз от нашего канала спортивного. Спасибо. Да, успехов в дальнейшем. Мы разместим Спартак 1, это наш нижнетагильский портал, там будет и фото, и видео. Все, давай. Угу. Так, а приста покажите. А то наши спонсоры скажут, сами себе забираете. Так, покажите. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Еще поближе. Да, по-другому как-нибудь можете? Можете сердечко показать? Да, ну чё вы, блядь, вдвоём будешь? Ну ладно, ладно. Нет, вдвоём же можно так играть. Всё, давайте. Серьёзно. Раз, два, три.
приехал, спасибо. Ну и на этом мы точно уже представился нашего. Заканчиваем. Не, мы пойдем еще футбол и смотрим, там 5 минут остается. Вот такой интересный счет. 55? Да, 55, 66. А тут у нас тем временем, в общем-то, один мяч отквитал. У нас интрига на концовку, 3-5. Все-таки забил, да, первый раз, третий мяч? Недавно? Да нет, уже давно. А в баскетбольном матче снимал, комментировал, там хозяева по площадке проиграли. Я знаю, проиграли. Я тоже занималась здесь. Баскетбол? А как женская команда называется? А у меня нету женской команды, она вот. Нету. Ну когда занималась, там играешь где-то на соревнованиях? Нет, нет. Ну ее не брали, что она одна, так, одна девочка. А так называлась, да? Тоже Беджи? Нет, нет. Ну, Бро, Брозекс? Да, наверное. Вот у Николая. Ну, Андрей Николаевич. Вот. Андрей Николаевич. У него и занимались? Нет, у Андрея Николаевича занимались. Сына, вот. А сейчас не ходите уже? Ну нету перспективы здесь. Uh-huh. То есть женской команды здесь нет, только мальчики. Uh-huh. А у нас, я сам-то из Нижнего Тагила, у нас старая Суболь, женская команда очень хорошая, девочки нравятся по России. 5 лет она занималась. Uh-huh. Хотели потом... Ну, в Екатеринбурге сильная школа. Перспективу потом может, туда, почему куда-нибудь в ГМК попробовать. Или в Екатеринбург, там Мышкины, Кандове тоже команда хорошая, к нам приезжают. Посмотрим сейчас, что нам. Ну, наши, по-моему, их обыгрывают, приезжают к нам Старосовы, у нас хорошая команда. А учится, да, уже? Ну, да, ну, среди студентов еще лига проходит. Ну, её АСБ, звали, АСБ Баскет. Звали там, в этом. В аграрном-то этом звали ее команду. В АСБ, я да? Пока не пошел. А-а-а. На учебу сконцентрировался? Пока да. Ну, 4 минуты у нас остается до завершения матча Оптиум Первоуральск Авто. Качканар, Олимп даже, название официальное, ну как он пишет авто. И там победил Олимп, и здесь Олимп побеждает. Все для Олимпийских игр. Олимп проигрывает. Да ну. Олимп проигрывает 3. Вот авто 5 выиграет. Авто это Олимп. Нет, это разные две команды. Олимп и авто. Нет, я. Авто Олимп это одно и то же. Я-то точно знаю, я же комментатор. Зачем вас обманывают? Олимп это Первоуральск, а авто это Качканар. Вот видишь. Олимп Первоуральск? Нет. Вот, Оптиум. Первоуральск. Оптиум. Да, Оптиум. Авто Олимп у них официальное название. То есть не поверил на Олимп. Они два разных названия. А просто полностью не написать? Нет, нет. А когда в дома они играют, у них официально предложили. И на сайте у них Олимп. У них путаются. Да, запутано. Там пол хотели заработать. Ну, еще хороший у вас зал, я вот что-то раз. Ну, его ремонтировали. Ну, третий, точнее, еще на большой футбол приезжал, комментировал тоже, и большой поле классно. То есть, все это, в принципе, ну, хорошее. Вложили, да, большое это поле. Uh-huh. Это тоже был поле. А здесь так вообще такой рай для спота, и мини-футбольная арена на нормальных размерах первенства России проходит, и баскетбольные площадки, где? Да, новая. Вот еще и для самбо сделали. Закончили недавно ту площадку. Только новая. Единственное плохо, что столовую закрыли. Столовая была хорошая, как все говорят, я там не успел побывать. Были столовые? Хорошая, да, была? А сейчас приходится, видимо, ух ты! И в этот момент по разговору про еду у нас забивает команда в оранжевой форме. Авто 1, 3-6. Показали сердечко, не показали? Это поле тоже. Не видели сердечко, показали? Не видели. Показали, на их. У нас с седьмой команды все так говорили. Ну, сейчас 14 февраля сердечко показывают. Видели, наверное, кто-то показывал? Нет, по ходу матча. Вот, а если кто-то не показывает, мы их заменяем. И баскетболисты тоже, когда дрожку заливали, я попросил, ну, показывали. То есть у нас такое сердечко. Это поле тоже будет паркет делать. А, то есть даже улучшать его, да? Да, это... А вот так с виду-то вообще это... вроде он вот, идеален. Вот это поле, оно... Блин, когда чемпионат России был где-то в городе, вот это поле мы там положили, чемпионат прошел. И сюда привезли. И его сюда перевезли. Но оно уже... Оно... Ух ты, не попадая в пустые ворота, 44 номер штанга выручила. Забавный эпизод. То есть более профессионально ну, сделали, да? Тут паркет доложили. Угу. А, даже деревянный? Да. А в каком году? В апреле будет открыть.
А, то есть уже следующий сезон первой лиги будет на новом паркете. Уже не будет такого разумного, синего, небесного, морского, будет, наверное, какой-то... Ну, очень скользко. Уже приземленный будет из дерева. А так вот я впервые вижу, что паркет такой прям синий будет. Как будто по морю бегает этот. Ну так улучшают с каждым годом лидера, что нововведение будет, действительно. И расположение такое классное, в основном Баруку. Ну, лесу больше было. А вот здесь, наверное, не промахнется, да? Не промахнется. Будет ли сердечко? Вот вопрос. У игрока из Качканара. Ну, уже столько мячей забили, уже сердечко нам показывает, наверное. Потом мы их выручим. А, да, подскажите, через сколько следующая игра? 13-20. А время сейчас? Да, 13-20, время 13-20. Ну, так сейчас практически без заменок, они сразу выйдут, разомнутся и сыграют. Ну, да. А то, ну, когда тоже когда приезжал, там были паузы по 15 минут. Ну, 15 минут, наверное, будет между играми. Ну, ох ты, удар, голкипер, но нет, коллега. Коллеги не дал забить, солидарность не проявил. Комментарии ставлю, судьи опасны. У нас сегодня судья из нижнего дубля, судит Максим Траин. Ну, сейчас, нету, наверное, за столько работает. Удачно такого встретят, но с удовольствием еду на машине. А я приезжал вообще, вчера игра интересная была в Екатеринбурге, Уралец играл против вашего Урала. Ну, точнее, вашего, ну, сразу, Екатеринбург практически одно тоже. Урал 2, который во втором дивизионе играет, а у нас в третьем, в любительском. У нас тренеру выиграет... в желтую карточку дали. Да ну? Да, вот только из Качканара? Да. Вот, ну, в черном? Или нет, дальнем? Нет, тому, что дальнем дали в желтую карточку. Это когда из Оптимума. За какие-то комментарии, либо еще какие-то. И вот наши вчера удаются все-таки выдали победу 2-1. В манеже была игра, вот так, даже вот так, хуже игрок в комментариях. Сегодня тут, а вот потом смотрю, и в первоуральске, ну, это, точнее, в первой лиге, за первое место, думаю, надо остаться еще на денек, потому что еще... А это мои коллеги. Я тоже приезжал работать. А сегодня как бы так просто неожиданно так слышать. Понаблюдать за хорошим футболом. С удовольствием поснимать. Ну я немножко нарешаю, что игру с ними пойду покомментирую. Чтобы, ну, такой. А хотя нет, у них обычного нового русского комментатор свой переходит. Не буду уж мешаться им. А вот, там элитная команда, потому а вот что первым, там а первый матч... всех. Да-да-да, там два мастера спорта, Константин Агапов играет, который чемпион Европы. Ну, вот они... Но его сегодня не будет, он на сборах в Урае, так что сегодня есть шансы у Березовского выиграть. Нет, Березовский вчера... В одни ворота играли, вчера была игра. Не, ну сегодня, конечно, серьезно будет, с новым русским. Нет, с новым русским у нас вчера Березовский играли. А первая команда, ну вторая, Брозик. Да, они... проиграли. Ну там круто, одна ну, была сюда. А сегодня там, мне кажется, хорошая будет. Может, сегодня, кстати, ФДВ играет. Да, сегодня тут. Сегодня интрига будет. Русском, да, а вы первый матч, на первом матче не были? Нет, ФДВ новорусский. А трансляцию не смотрели нашу? Я как раз вот ее комментировал с коллегой. Там игра классная была, там просто вот это. Это как... же все игроки, которые в ФДВ, это же сбросятся они все. Да, они разделились на две команды. Да, там потому что денег предложили побольше. Ага. И они ушли туда. И вот там класс первый игрок Константин Агапов, кто чемпион обладает Кубкой УФА, он два гола, по-моему, две передачи сделал. Ну, весь этот класс сделал, они выиграли 5-4 на последней минуте. Так бы не ничего. Ох ты, там такой прострел головы. Самоотверженно пытался игрок замкнуть, там голову посунгало. Хорошо, что промахнулся. С мяч мини-футбольный, он такой тяжеленький. Я же сам... Комский волос внутри. Да-да, я сам мини-футбол люблю поиграть, так если в голову прилетает, не из приятных ощущений. 3-7 такой счет, по-моему, уже второй сегодня счет такой, 3-7 у нас. Поздравляем, авто Олимп на победу на Первоуральском, очередную тречка не набирают. И вторая игра у нас завершена, впереди еще два матча, как раз хозяева пакета будут играть. Желаем им удачи на родной арене, так, на свет лучше качество. Ну, сейчас, я знаю, молодежь у нас, всю молодежь в танке собрал, вот, тренер. Ну, вроде неплохо играет. Не хватает, конечно, опыта. Еще пока. Но даже тренер в прошлой игре приезжал с виза. Он раньше здесь играл. С Форта у них кубок этот выигран. Приезжал. Играл за наших.
разговоров не было, он тренером на виде, в виде работает. Uh-huh. И приезжал за нас, играл тоже. Он говорит, я не могу понять, как вы играете. Не может с ними сыграться никак. У него своя тактика. Они чемпионы. И Максим Травин говорит, вот судья Стагилов, давайте его подкупим, чтобы он вам подслуживал. Смотрите, сразу испугался. Макс, ты сейчас судишь? Да. Давай, удачи. Тут предлагают большие деньги. Из Березовска будешь брать? Сразу заинтересовался, видишь, взгляд какой. Да. Ну ладно, мы заканчиваем это шуточное. Фразе нашу трансляцию. Матч подошел к концу. 3-7. Всем спасибо за внимание. Смотрите, мини-футбол, баскетбол, футбаскет. До свидания, удачи.